Интересно вот, как сами афганские талибы относятся к Чечне? И что говорит о них Рамзан Кадыров? Ссылка на источник, друзья, находится в описании под этим самым видео. А я вам говорю, поехали. Итак, режим афганских талибов спустя 20 лет снова восстановился в Афганистане. Снова оказался здесь самой сильной властью. Под властью экстремистов с огромной скоростью оказались Кандагар, оказался Кабул, даже Мазари-Шариф. Прежний проамериканский президент сбежал за границу на своем то ли вертолете, то ли самолете, не столь важно. При этом, что интересно, у меня сразу улыбка на лице, набитый битком деньгами. То есть, друзья, набитый баблом, баблищем. Сразу нужно уточнить. Талибы вышли из рядов молодежи тех самых маджахедов, что воевали против советской армии в 1980-е годы. Потому у нас уже с началом Первой Чеченской войны настроилась именно на поддержку Джохара Дудаева, а также ЧРИ. И известно, что еще в 93-94 годах чеченские полевые командиры, в том числе, например, Шамиль Басаев, Руслан Гилаев, проходили военную подготовку в афганских лагерях у талибов. По одной из версий, талибы же отправили в Чечню на помощь Джокеру осенью отряд своих боевиков, возможно, который принимал участие в сопротивлении против российской армии. Этот момент отразился в художественной ленте под названием «Чистилище» о штурме самого Грозного, и отразил это журналист Александр Невзоров. При этом надо кое-что интересно понимать. Талибы были сурово настроены против власти светского президента, например, Аслана Масхадова. Требовали от чеченцев его немедленной смены, его отставки. Например, на куда более фанатичных Басаева или Хаттаба. С начала Второй Чеченской войны талибы отправили в помощь боевикам около 4 миллионов долларов, а также 24 ПЗРК. Газета «Шариат», главное печатное издание Талибана, призвала все исламские государства мира немедля объявить джихад этой самой всем так ненавистной Российской Федерации. Кроме того, чеченские боевики, около 2500 человек, продолжили подготовку в афганских лагерях талибов. Правда, в это время Афганистан атаковала американская армия, и большинство боевиков с Кавказа приняли участие уже в боевых действиях против уже сил НАТО. Многие оказались нейтрализованы, либо интернированы на той же самой секретной базе в Гуантанамо. В общем, друзья, если говорить кратко, то афганские талибы настроены на поддержку Ичкерии и против российской власти на Северном Кавказе. Потому неудивительно, что Рамзан Кадыров, отлично понимающий, что это за парни, весьма жестко высказался о талибах и их возвращении к власти. Призвал союзников Российской Федерации срочно укреплять границы с Афганистаном и, не дай бог, готовиться к худшему сценарию развития событий. Самих талибов Рамзан Ахматович считает чисто американским проектом, направленным против исламского мира и вообще в целом общей безопасности на планете. Так что, что бы я еще мог отметить по этому поводу? Давайте с вами отметим, что нынешние талибы по поводу Рамзана Кадырова хранят пока что молчание. Ибо очень сильно надеются не поругаться, не поссориться с Россией и наладить с нашей страной хотя бы какие-то более-менее дипломатичные отношения.